Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мир вам, христиане, в принципе, все люди, принимающие наши слова и прислушивающиеся к ним. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших на зело. Наш сегодняшний позывной. Ну что ж, вопросы понятны, правда? То есть в какую сторону и как? Поехали. Назрел современный вопрос, добровольный и сознательный подрыв себя православным человеком вместе с окружившими его врагами, гранатой, чтобы избежать плена, или вызов артиллерии на себя по тем же причинам, или застрелиться последним патроном при тех же обстоятельствах. Грех ли это? Ну, смотрите, есть такой Самсон, пророк, в этой книжке про него написано, в книге «Судей». Это был легендарный силач, который имел одну слабость. За эту слабость его Писание осуждает. Он был падок на женщин, там, в частности, он попал в плен в чары филистимлянки Далили, которая лишила его, его источника силы, волос. Вот. Хотя он там ослиной челюстью там поражал врагов, там носил на своей спине ворота Газы, города палестинского. Так вот, его поймали, ослепили, и в силу его огромной силы заставили его вращать мельничные жернова. Но постепенно волосы его отросли. Чудо Божие, это совершенно фантастическая история, но это правда, потому что это Писание. И к нему постепенно вернулась сила, и он совершил вот этот акт такого самопожертвования. Это уже не самоубийство, самопожертвование. Ради отмщения врагов он обрушил на себя столбы, крышу дома, сорвав столбы с их мест, с криком «Умри, душа моя, с филистимлянами!» и погреб под собою врагов и сам заплатил своей жизнью, значит, за, в том числе за свой прежний блуд. Так что такие, Самсон не осуждается за это дело, а осуждается как раз за свое, такое, за падкость на женскую красоту. Вот это осудительно, это нет. Потом церковные правила, например, говорят нам, что и церковная традиция говорит нам, что если девушка, именно дева, спасает себя, или особенно посвященные Богу девы, ну, типа монахини, раньше не было такого монашества, была девственница, если не посвящают себя Господу, и им угрожает насилие, допустим, если девушка убегает от насильников там, и бросается с высоты ради сохранения себя в чистоте и погибает чистой, то она мученица. Есть такая святая мученица Ефросия Дева. Ее хотели бросить в солдатскую казарму. Она, понимая, что ее ждет, этому лопуху, который ее вел к конвоиру, к римскому воину, сказала, что у меня есть такая трава, я ее знаю. Она в руках только девушки имеет цену, не трогай меня. Я тебе эту траву дам, и ты ее, ею там что, отвар сделаешь, намажешься, она тебя не возьмет ни копье, ни стрела, ни меч. Ну, конечно, ему было желательно такое снадобье получить. Он говорит, ладно, давай, рви траву. Он говорит, он нарвал любой травы, какую видел. Говорит, смотри, какая сильная эта трава. Взяла какой-то такой жмут, сделала, положилась на шею. Говорит, вот ударь меня, сейчас посмотришь, как твой меч как отскочит, как от наковальни от моей шеи. Тот дурень, как бы, значит, в простоте души взял, секанул ее по шее мечом, ее головушка отошла от тела, и она пошла в рай. Душой своей, то есть у нее работала фантазия, мысль работала на то, как бы сохранить себя в чистоте, чтобы ее не опозорили, не надругались над ней. Это самоубийство? Нет. Таким образом, в военных условиях все это меняет точки зрения на человеческое поведение. Самоубийца – это тот, кто нагрешил и не хочет каяться, кого душит отчаяние, и он лезет в петлю, потому что он Иуда. Вот это самоубийство. А те, которые самоубиваться не хотели, но попали в экстремальную ситуацию, кругом враги, и они совершают последний свой героический поступок, как старший лейтенант Хаджи Магомедов, лакец, который присвоено посмертно звание Героя России, как, сейчас я не вспомню эту фамилию, но в 1941 году на Луганщине впервые в советскую эпоху прозвучал древний старый клич еще с времен Петровских «Русские не сдаются». Это, кажется, адыг был этот лейтенант, который подорвал себе гранатой в окрестностях одной из луганских сел в окружении фашистов с криком «Русские не сдаются». Да, то есть это не самоубийцы, это герои.
Назрел современный вопрос, добровольный. Так, как правильно приветствовать друг друга в Великий пост? Можно ли говорить со Святым вечером? Но если вы утром встречаетесь, то смысл вам говорить со Святым вечером, если это не вечер. А встречаться, значит, для того, чтобы правильно разговаривать, надо все время как бы иметь у себя эту такую задачу, как бы правильно говорить и посолить Словом Божиим свою речевую деятельность. То есть, например, вы можете говорить «Слава Богу» и приветствоваться, например, да? Как вот, ну, это то же самое, что мусульмане говорят там «Иншалла», например, там, то есть там, ну, слава, короче, «Слава Богу» всегда. Мы тоже можем говорить на нашем языке, не на арабском. «Слава Богу». Или там «Господь с вами». Там можно спрашивать друг друга, как молитва. Там, или там «Пост, да будет вам во спасение». Такое благопожелание. То есть речевая наша деятельность, она должна быть благословенной. Должно быть благопожелание. Без сквернословия, без проклятий, без суеты и мусора словесного. Поэтому вот вам на выбор. Как бы встречаете человека утром, днем, какая разница, и говорите ему, допустим, если точно свой, говоришь, Христос посреди нас, он отвечает тебе, есть и будет. Или говоришь ему, слава Богу за все. Он говорит, аминь. Вот и поздоровались. Или говоришь ему в период поста, пост святой, да будет тебе во спасение. Он говорит, аминь, и тебе, брат. Вот и поздоровались. Понимаете? То есть, а какими буквально, точечно эти фразы могут быть? А здесь у вас широко открыта дверь, так сказать, интерпретации и возможностей. Вы же умные люди, вы сами все можете придумать и понять. Просто я даю вам направление мысли. Недавно с мужем приняли крещение, в зрелом возрасте, пост еще ни разу не соблюдали. Приближается Пасха, нужно соблюдать. У нас заболевание желудочно-кишечного тракта. Плюс переболели ковидом, нужен кальций. Значит, вопрос в этом. Значит, можно ли соблюдать щадящий пост или нужно строго придерживаться весь период поста, как требует церковь? Или же все-таки можно соблюдать пост каждую неделю в среду и пятницу? Имя спрашивающего, спрашивающей Лариса. Уважаемая Лариса, вам и мужу я могу сказать следующее. Чрево и пища, значит, это то, что одно для другого. Чрево для пищи, пища для чрева, Бог и то, и другое упразднит. Павел пишет. Поэтому мы гастрономически на пост обращаем внимание во вторую очередь. А в первую очередь мы обращаем внимание на бодрость ума и духа и на горение сердца. То есть горе имеем сердца, то есть вверх сердца. Сурсум корда по-латински. Сердце вверх. Ум чист. Воля мобилизована. Дух горячий. Значит, вот духом пламенейте, Господу служите. Вот это пост. Поэтому люди, которые по возрасту, по состоянию здоровья, беременные, кормящие, тяжко работающие и так далее, значит, они все могут иметь целый ряд неизменных послаблений в пищевом поведении при сохранении требований главного порядка. Значит, вам нужно познакомиться вот с этой книгой, Библия. То есть, вообще-то, Библия – это не книга, а книги. Это множественное число от слова «книга» по-гречески. Нужно читать, рекомендую, книгу «Бытия», все четыре Евангелия, книгу пророка Исаии, Псалтирь. Вот чтение Библии – это будет хлеб небесный, которым будете жить, потому что сказано, что не хлебом только одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Это слово кодифицировано, человеческими буквами написано и дано нам в пищу. Вот этим питайтесь. Если будут какие-то деньги, не скажу лишние, их лишних у простых людей не бывает, но которые можно дать тому, кому хуже, подкрепите душу милостыней. Это будет твердый залог вашего спасения и благословений Господних на вашей главе. Как можно меньше празднословьте. Пост языка и пост глаз – это великая задача. Новостей поменьше. Самое главное нам скажут. А второстепенное мы знать не обязаны. То есть пост глаз, пост ушей, пост языка – это все ваше. Писание, милостыня – это все ваше. Так что в храм пока ножки ходят, значит, в храм Божий ходите. Служба есть – стойте на службе. Просто стойте. Служба сама все сделает. Службы нет, молитесь сами.
пару свечечек поставили возле каждого огонька, прочитали «Отче наш, Богородицу, верую, со святыми упокой за покойников», значит, такое, «и с миром изыдем». То есть вот молитва – это спасение. А остальное – это по мере здоровья, сил, как у вас будет получаться. «Как молиться, когда идешь на войну?» – Николай спрашивает. Ну вот у Пастернака в романе «Доктор Живаго» описывается такая ситуация, когда, ну, братоубийство, белые и красные, как бы, значит, но те и те были верующие. По крайней мере, у тех были верующие матери. Одних завертела социалистическая пропаганда, других завертела, как бы, злоба и желание мстить комиссарам, как бы. Ну, и вот они столкнулись в этой непримиримой бойне. И когда там, значит, видели вот это все люди там, или как-то трупы там опрятывали, омывали, у множества из них были такие ладаночки такие, или там все такие, с молитвой, живые в помощи Вышнего. Мамой написано, правило, маме, материнской рукой. У некоторых там юнкеров, там офицеров, это было красиво, каллиграфично написано со всеми. У некоторых крестьянской рукой старушечьей было написано там коряво, там с ошибками. Но вот люди Псалом 90 читали постоянно. «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится». Еще надо просто читать его просто как не знаю, как считалочку по 40 раз на дню. А потом, когда потихоньку начнешь понимать вообще, что ты читаешь, и почувствуешь, что действительно Господи сил с нами будет, это будет защита. И молиться нужно Господу Богу сил, как Суворов говорил. Молись Богу, от Него победа. Поэтому вот это, помните, там-там-там-там-там-там-та-да-да, вот это «Прощание славянки», так называемое, это дореволюционный текст. Так вот, там первый аккорд – «Встань за веру, русская земля». Па-ра-ра, и дальше поехали. Конечно, этого все в советское время не было. Мелодии оставили, потому что мелодии прекрасные, как бы точечные, их не скопируешь и не... А вот тексты были другие. Либо текста просто не было, духовой оркестр играл на вокзалах. Как бы. Но там именно «Встань за веру, русская земля». И все остальные песни, как быть, надо будет специальную передачу по этому поводу провести. Вот. Так что Господу Богу молитесь, как Суворов говорил. От Него победа, Он наш генерал. Божьей Матери молитесь, она мама наша, она хранит. У нее сейчас очень много работы. У Пресвятой Богородицы просто настали какие-то беспокойные дни. Она и раньше-то в раю редко бывала, потому что все время Царица Небесная посещает скорбящий мир. Когда в мире нет войны, то все равно есть кого посещать. У кого-то онкология, у кого-то денег нету, на кого-то бандиты наехали, у кого-то дети с ума посходили, у кого-то наркотики забирают ближнего, там убивают его на глазах. Ну, короче, у кого-то... Мир же это и так беда. А сегодня беда еще, как бы сказать, усугубилась. Поэтому у Божьей Матери много работы. Пречистая, преблагословенная Царица неба и земли, кроткая Матерь Спасителя, украшение Рая Небесного. Она не имеет отдыха, и уже не хватает слез у нее. А давно уже. И она плакала на Луганске, она видела все, что творится. Вот это, значит, она знает вообще, насколько сетями дьявола опутан мир при помощи информации, при помощи этой банковской хитрости, при помощи этих лживых манипуляций. Поэтому Матерь Божия плакала раньше, плачет и сегодня. Сегодня для нее совсем нет покоя. Господу Богу и Сыну Его Иисусу Христу, Спасителю воскресшему из мертвых, Пречистой Богородице. Ну а так уже точечно Архангелу Михаилу и Великомученику Георгию. Святому Георгию. Вот он, на коне непобедимый. Пронзает змея. Совершенно непобедимый. 8 дней человека мучили, изобретая такие вещи, от которых вообще только читаешь, и уже страшно. Закапывали в ров с негашенной известью. Хотели выгрести просто одни только кости, а вытащили целого Георгия молящегося. Гнали в сапогах железных с гвоздями внутрь, а он бежал быстрее, чем те, кто его гнали. Колесовали, ломали кости на колесе, на дыбе. И так далее, и так далее. 8 дней не могли ничего сделать с человеком. И он за Христа был готов страдать. Он был всем христианским воином, можно молиться. Великомученику Федору Стратилату, великомученику Федору Тирану, великомученику Андрею Стратилату, 40 мученикам Севастийским. Всем воинам. Но лучше всего, чтобы не расширяться так умом до безграничности, Отцу Небесному и Сыну Его Христу Иисусу, Пречистой Богородице, Архангелу Михаилу, Великомученику Георгию. И живые в помощи Вышнего выучить наизусть.
«Я крещенный в детстве», — пишет мой тезка Андрей. «С подросткового возраста считался атеистом. Женился на девушке мусульманской веры. Родственники настояли на никахе». Никах — это обряд мусульманского бракосочетания. Это такой некий договор, как у евреев, значит, хупа. Такое, ну, как бы такое. Это, здесь нет ничего такого жуткого, но он перед этим никахом, значит, принял ислам. Не принимая это всерьез, принял ислам. Прошли годы, прочел много религиозной литературы разных конфессий. В итоге придерживаюсь христианской веры, но беспокоит вопрос, должен ли я заново принять христианство. Нет, Андрей, вы не должны заново принимать христианство, вы христианин. Все, что было с вами, это было, так сказать, вы любите свою супругу, рожайте с ней детей и храните верность ей. Живите, как положено человеку, верующему в Бога, жить со своей женой. Ничего заново принимать вы не должны. Руководствуйтесь теми заповедями, книгами, которые вы прочли и усвоили. Обращайтесь к Иисусу Христу, Спасителю, в молитвах. И вообще о всем, чем болит совесть, молитесь. Ничего дополнительно нужного, но я сейчас в данном случае для вас не посоветую. Разве что вот нужно только быть причастником Евхаристии. Надо причащаться. Нужно поисповедоваться во всех грехах своих, сказать обо всем, что совесть мучает, и причащаться святых христовых тайн. Ничего заново принимать не нужно, я так думаю. Особенно сегодня, когда все так вот сгустилось. То есть сейчас, кто ты по сердцу, ты же христианин. Аллилуйя. Все. Ты исповедал, значит, свою веру. Только нужно причастие, исполнение заповедей. Дальше все оно потихонечку устроится. Может быть, я сейчас не все подробно объясняю, но это все потом устроится. Анастасия, не грешно ли носить одежду и украшения, которые сделаны по образцу животного? Например, пижамы в виде единорога, ободок с ушками кота, повязку для сна в виде панды, также селфи со стикерами, с ушами и рогами. Вот что я точно скажу, так это селфи со стикерами ушей и рогов. Вот там, где это все торчит, там нарисовано. Вот, например, машины некоторые я вижу. Их так, их не так уж много, но там какой-то номер там, или вот этот лейбл, товарный знак, там Ford, например, там, или Kia. А вокруг него, например, там рожки, какие-то копытца, какая-то там метла, какие-то вилы, там какой-то хвост. И люди клеят это себе на машины. Что у них в голове, один Господь знает. Они сами даже не догадываются, что у них в голове. Вот это, конечно, грех. Вообще с нечистой силой нельзя заигрывать. Ты их в дверь, а не в окно, во-первых. Во-вторых, ты им коготок, они тебе всю руку откусят. То есть коготок завяз, всей птичке пропасть. Ну, такая хорошая пословица есть. Поэтому нельзя с этим баловаться. Все остальное, тут уже нужно смотреть по мере, так сказать, здравости ума и серьезности, и возраста человека. С лукавым нельзя никому баловаться, ни взрослому, ни маленькому. Единорог, например, для девочки – это вообще такой древний средневековый символ. Единорог – это сильное, храброе животное, которое слушается только девственницу, чтобы вы знали. И есть множество миниатюр, там таких фресок, значит, и не фресок, скорее всего, витражей, и миниатюр книжных средневековых, где изображается, например, какая-то дева, такая, ну, символизически она показывает в чистой одежде, там, с лилией в руках, и где перед ней склоняют колени, так сказать, преклоняют головой до земли, преклоняются животные, среди возглавляемые единорогом. Знаете, что вот в этом священном бестиарии, то есть это символические животные Библии, там, орел, заяц, например, там, или волк, там, или, скажем, там, ягненок. Вот эти все символические животные библейские, они среди них там уже впоследствии появился также и единорог. Он не библейский больше, но он такой христианско-мифологический. И он символизирует собой девственность, которая сильнее грубой силы. Потому что девственность – это цельность, целомудрие. Она дает человеку непобедимость. Именно цельность – это синоним непобедимости. Так что вот по единорогу вот так скажу. А там уже там кошки, там, значит, кто там любит, там панды разные, там кто что любит, там то на себе рисует. Не забывайте, что вы люди, конечно. Что вы не панды и не кошки. Нам было бы за счастье, может быть, сейчас превратиться в какого-нибудь там кота Матроскина, который правильно ест бутерброд. Но нам не дано такое. И мы будем спрошены за то, что мы люди. У нас есть человеческое достоинство, разум Богом данный.
свобода воли, свобода нравственного выбора и ответственность за свои дела и слова. То есть мы люди. Так что баловаться с кошками и пандами я не считаю необходимым, но не считаю необходимым также и ругаться с теми детьми в основном, там, или подростками, девчонками, которые этим занимаются. По единорогу я сказал, а вот стикеры с рогами, как бы, с этим во веки веков не балуйтесь. Потом будете горько жалеть о том, что баловством занимались в этом отношении. Так, не грешно ли на себя? Вот что делать, если жена отказывает от супружеских отношений? Среда, пятница, постные дни, праздник церковный, ну, почти каждый день, церковь на службу, до причастия нельзя, после нельзя. Только блудить остается, что его я делать не хочу, есть горький опыт. Как быть? Анатолий спрашивает. Хороший вопрос, друг мой. Это касается женщин, безусловно, потому что если она вдарится как бы в религиозность, при том, что муж ее не ахти как религиозен. Если муж твой понимает тебя и сочувствует тебе, и мыслит так же, как ты, да вперед, сестра, значит, будь наследницей Нонны, матери Григория Богослова, и Моники, матери блаженного Августина. Ночуй на всеночных бдениях, вкушай раз через три дня, как бы там, и так, пусть постель будет холодная, пусть как бы, значит, слезы будут в глазах и Библия в руках. Но если муж, ну, не догоняет тебя в этом стремлении к святости, как бы, то ты реально можешь послужить как бы поводом ухода его непонятно куда. Потом сказали же уже, что не нужно три дня поститься перед причастием. Никто никогда не говорил, что нужно после причастия в ближайшую ночь, например, отказывать своему супругу. Ну, готовилась, причастилась, там, потому что некоторые там три дня до, там, три дня после, там, или семь дней до, семь дней после. Да, зачем вообще замуж повыходили в таком случае? Вообще зачем замуж повыходили? Чтобы это самое, чтобы мужикам, так сказать, замок повесить, как бы, значит, на, как карандаш был такой. Помните, был такой комик карандаш? У нее была такая миниатюра, сейчас я не могу ее показать. Как бы. Вы зачем замуж выходили? Вы что, не жены, что ли, мужьям своим? Или вы балуетесь как бы в бесплотность? Как бы, думаете, что вы это самое? Огненные духи, как бы, вы просто женщины, просто тоже плоть и кровь на данный момент. Поэтому здесь нужно вообще включать какую-то соображалку. И если жена говорит мужу, все, нет, до свидания, как бы, значит, там, не время, родное, отечество в опасности, как бы, значит, и бишь, на службу как бы поститься, то до каких пор это все будет продолжаться? До тех пор, пока мне скажут, да пошла ты, родная, как бы, ты меня утомила, как бы, значит, я же человек все-таки, а ты моя жена все-таки, да? И будете иметь проблемы. Потом прибежите и будете говорить, ай-яй-яй, там муж ушел, там всякое такое. Начнет там ёйкать, как бы, запоздало. Это вообще зона женской ответственности. Он... Женщина вообще постелью пользуется часто как просто каким-то оружием. Понимаете, вот это еще в греческих комедиографах есть там целые об этом комедии, там или сестра-то, кажется, да, там, где там женщины там решили мужей своих приструнить, отказывая им там в брачном ложе. Можете почитать ради интереса, что из этого получилось. Очень поучительно. Вот. Но вообще баловаться этим нельзя. Это долг супружеский, понимаете? Долг. Это просто нужно людям, не только для... Не для похоти, нет, для того, чтобы актуализировать и укрепить свой телесный союз, что они одна плоть. Поэтому здесь вопрос только к женщине. Ну, я не знаю, может, она услышит, не услышит. Но женщины, они такие, они крайние, либо туда в край, либо туда в край. Как бы у них так с серединой трудно бывает. Но это зона женской ответственности. Вот. Так. Говорят, что кошки могут взять... Что за кошки? Кошки, кошки опять же. Кошки. Кошки могут взять на себя болезни своих многих друзей, могут ли там онкология, исцеление, правда это или неправда. Но, простите, я понимаю, что вопрос по-детски. Что хотите мне сказать? Я что, кошачий онколог или что? Я что, могу это все замерить какими-то приборами, что кошка забрала? Зачем этот вопрос вообще сейчас? Говорят, что кошка. Ну, говорят, что это самое, говорят. Что в Новый год что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда случается. Мало ли что говорят. Говорят, что в Одессе помидоры по $40. Как бы, ну и что? Кошки. Тут, слушай, тут вилы возле горла, как бы вас кошки интересуют. Можно ли носить христианам одежду с коротким рукавом, футболки, например? Не соблазнительно ли это? Я не думаю, что в ваших руках есть что-то соблазнительное. Ну, вот в нашем таком христианском окружении. Вот, скажем, кодекс одежды исламский, если уж там-то, он предполагает не обнажение рук, а, по крайней мере, ниже локтя. Вот я помню, в Иране наши дипломаты
сталкивались с проблемами, потому что не понимали этих кодексов исламского поведения, как бы там они, кто-нибудь мог на отдыхе там в каких-то шортах там заявиться или в футболке, как бы нельзя, это действительно нельзя, это харам. Вот. Ну, у нас как бы разрешается, ну что там, ну люди пообнажали там, в какие-то майках ходят, сейчас лето будет, даст бог, будут ходить там в этих, значит, ну что, они только накольники свои показывают, они просто показывают свою бескультурию, как бы, что они расписные, как эти самые, как мексиканские мафиози. А что в этом красивого? Что в этом соблазнительного, простите меня? Вашим коротким рукавом никого не соблазните. Уж нет ничего красивого в ваших руках, извините, наверняка. Как в моих, например, точно нет ничего красивого. Я точно никого не соблазню ни руками, ни ногами, как бы, значит. Вот. Но прилично ли это? Должны быть приличия в одежде. В одежде должны быть приличия, потому что бессовестная одежда проявляет бессовестную душу. Должны быть приличия. Какие они? Я сейчас не буду об этом подробно рассказывать. Останавливаюсь, потому что не досуг, извините. Вот. Должны быть. Да, одежда должна соответствовать вашему мировоззрению и вашему этическому устремлению. Если ты целомудренный, то будь добр, не ходи, не просто, значит, будь целомудренный в сердце своем, но на нудистский пляж не ходи тоже. И не обнажайся перед чужими глазами, как бы, и так далее, и так далее. То есть это совершенно естественные требования. И не смотри, и сам не показывай плоти своей, чужим глазам. Кстати, я вот помню Фазилия Искандера, царство ему небесное, кажется, он Александр в крещении, его, значит, эти рассказы про дедушку, как там, это Сандро или как там. Вот. И там, я где-то помню, еще давно, помню, он там про абхазов пишет, что абхазы очень целомудренны, никогда догола не раздеваются даже мужчина перед мужчиной. Он как бы, ну, вот, типа, в бане, например, там, или как-то, или там по нужде он никогда не обнажает плоть свою, как бы, на чужих глазах. Это я помню, как, не знаю, так оно по-настоящему или нет, но в книжке Фазилия Искандера это читал про абхазский этикет. То есть, понимаете, люди не только не обнажают. Раньше, помните, как косили? Даже в фильмах это есть. Люди косили в рубахах. Мокрая грудь, мокрая спина, рубах не снимают. Сейчас бы косили с голым торсом, там, показывая там, свою бицуху, например, свои наколки. Как бы. Но это действительно это изменение этического сознания. Это неправильно. Верно ли, что всеобщее воскресение для страшного суда будет во плоти? Если да, то зачем плоть нужна в жизни вечной? Послушайте, Христос Иисус воскрес во плоти. Доказывал, это была уже другая плоть, не та, которая была при жизни. Она изменившаяся, поэтому ее в лицо не узнавали. Но он говорил ученикам, осяжите меня и видите, что значит, плоти и кости мои, потому что дух плоти и кости не имать. Якоже меня видите имуще. Поэтому воскресший Христос есть первенец из мертвых. Он первый воскресший, первый живой вовеки, значит, среди этого нововозглавленного им рода человеческого. Поэтому и мы воскреснем, как он, во плоти. Только плоти другой, не страдательной. Не похотливой плоти, как бы, значит, не боязливой плоти, в преображенной плоти. Почему это нужно в Царстве Небесном? Потому что человек задуман так, как единство духа и тела. Потому что человек – это не душа без тела и не тело без души. Тело без души – это труп, душа без тела – это просто душа. А вот человек вместе – это душа и тело вместе. И зачем это нужно? Еще одно слово. Затем, что по плоти мы единосущны этому миру, земле. То есть мы плоть от плоти этой земли. И по духу мы жители ангельского мира. И человек, будучи единосущным по плоти этому миру, он приводит весь мир к Богу через себя. Понимаете? Человек, обратившийся к Богу, по сути, в себе самом приводит к Богу всю Вселенную. Еще же греки называли человека микрокосмосом. И в нас есть вся таблица Менделеева в человеке. То есть вся Вселенная в микродозах как бы сконцентрирована в человеке. И когда человек обращается к Богу всецело, он, по сути, приводит к Богу все. Материальный мир тоже. Материальный мир приходит к Богу через человека тоже. Поэтому человек должен быть во плоти. Но плоть это изменится, изменится и плоть мира. То есть она через огненное очищение пройдет и переменится. Плоть мира. И плоть человеческая тоже. Может быть, неправильно, неэтично, не по субординации просить вас прокомментировать слова Ануфрия относительно Каинова убийства со стороны России. Но что это? Его запугали, взяли в плен или что? Спаси Господи. Александр. Дорогой Александр, конечно, это неэтично, не по субординации мне комментировать слова митрополита, лично которого я люблю, уважаю и знаю, что это достойная душа высокой пробы. Просто сегодня все произносимое, многое произносимое произносится в состоянии обиды, страха, аффекта, гнева, паники и так далее и тому подобное. То есть логика сегодня работает хуже,
работают эмоции, люди чувствуют на себя пресс духовный, даже если они никак не связаны с происходящим. Поэтому здесь не стоит удивляться ничему. Вот, читайте Священное Писание, там все написано на самом деле. Вот. А я жду полноценного евхаристического такого торжества и мира, и любви, и, значит, и всего-всего прочего с нашими православными братьями Украины, потому что они как были братьями, так и остались, невзирая на кучу сложностей разных, старых и новых. Вот. Так что здесь я больше ничего комментировать не буду, просто снесем это на современную непростую ситуацию. А человек, находящийся наверху, не может укрыться. Значит, он град вверху горы стоящий. Поэтому на этот град вверху горы стоящий, конечно, и нападений больше. Поэтому будем терпеливы и осторожны в оценках. Нужно ли наставить на том, чтобы муж искал работу? Он не работает, болен астмой. По дому мужскую работу делает, практически не пьет. Нужно ли раздражаться и просить Бога, чтобы помог ему найти посильную работу? Вера. Эх, Вера, у вас муж не пьет, болеет астмой и делает по дому всю мужскую работу. На что вам раздражаться? Если вы сказали, что он, если вы написали, что он пьет, ничего по дому не делает. Вот, здоровый как бык, ничем не болеет, пьет и ничего не делает. Как бы. Тогда можно ли раздражаться? Да, даже тогда я бы сказал, но Вера, а толку в вашем раздражении? В раздражении вы просто будете глупости говорить и бегать, как курица без головы, значит, по дому, без толку. Раздражаться вообще не нужно. Надо стараться держать себя в руках. А в данном случае он у вас, во-первых, болен, а не здоров, как бык. Делает по дому всю работу и не пьет. Слушайте, у вас хороший муж. Чем еще нужно? Ну, если он сможет, там, или это как-то от Бога сверху, от него, от сердца совпадет, что он будет какую-то работу еще иметь, чтобы были деньги еще дополнительные в семье, это будет хорошо. Но клевать его и пилить на эту тему, я считаю, не стоит. Если я правильно понимаю, человеку дано от Бога право выбора в совершении поступков. Почему же Бог наказывает за то, что человек выбрал такой поступок, а не какой другой? Это пишет вопрошающий, значит, зовут Катя. Милая Катя, значит, смотрите, там говорится, книга Второзакония, как раз она говорит, что вот жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе жить и было тебе хорошо. Человек говорит, не хочу, хочу выбрать проклятие. Он говорит, ну выбери, это тогда проклятие, но тогда знай, что будет с тобой следующее. Вот Моисей перед смертью в той же книге Второзакония говорит евреям, если вы будете исполнять слова закона книги сей, там, если вы будете делать то будет вам то, и перечисляет прям, что будет. А если вы не будете этого делать, значит, то будет вам там длинный перечень того, что будет, когда вы не будете. То есть Господь оставляет тебе свободу выбора. Просто Он тебе открывает глаза и говорит, то есть если вот налево пойдешь, там, коня потеряешь, там, если направо пойдешь, там, как бы там в болоте утонешь, условно говоря, там прямо пойдешь, там что-нибудь еще там будет. Тебе даже сразу говорится, что будет. Поэтому человек не просто делает, что хочет, а он должен рассудить над тем, зачем он это делает. По каким причинам? Ему заплатили за это? Или он по совести это делает? Значит, он действительно в это верит? Или он делает вид, что в это верит? Вот поэтому как бы, значит, люди, конечно, должны быть судимы по тайне сердца своего. Потому что можно кругом кричать там про Святую Русь. Потом, значит, вдруг раз, что-нибудь такое серьезное происходит. Как бы человек заглох как бы, и молчит. Ты же вчера еще говорил, что там Святая Русь. Знаешь, он говорил, потому что по-другому, по другим мотивам. Понимаете? То есть обязательно нужно проверить, почему ты это делал. За совесть или за страх? За совесть или за деньги? По вере или без веры? Так что человеку не только открываются возможности разных маневров и разных поведений, а человеку еще и обязанность вменяется думать над тем, что ты делаешь и куда это придет. Вот за это его могут и наказать. Например, представляете, вот, это же реально было. Скажем, представьте, написано шаурма, магазин шаурмы, там, или ларек шаурмы, там написано шаурма москальских младенцев. Шаурма из москальских младенцев. Вы бы ели там шаурму? Нет, и я бы не ел. А ели. Были те, которые ели и фотографировались с этой шаурмой возле этой надписи. Вот. Или там в ресторане там жареный колорад, имея в виду георгиевскую ленточку убитых одесситов, сожженных в Доме профсоюза. Меню в ресторане «Жареный колорад». Он говорит, о, дайте мне это, а что там такое? Там, говорит, там мясное какое-то блюдо, как бы вот там. Вы бы это ели?
Нет. Я надеюсь, что нет. Я бы не ел. А люди ели. Ага. А разве они настолько глупы, что не понимают, что это вещи, это наказуемые вещи? Даже если ты не фотографировал это и не постил себя, хотя они это делали, то это вообще античеловечно. Это вообще за гранью, это вообще нельзя. Ответственность же за свой выбор должна быть или не должна быть? Должна быть. Поэтому здесь все. Все справедливо вообще-то. Самое важное во всем происходящем, что все справедливо. Бога упрекнуть не в чем. Как осознать свою греховность? Смертные грехи не совершаешь, маленькие есть, постоянно произносишь их на исповеди, стараешься исправиться. Но эти мелкие грехи так и остаются, а больших, слава Богу, вроде бы нет. И вот как думать про себя, как относиться к себе. А что вы с собой носитесь, Екатерина? А что вы с собой носитесь? Ну что это, а как про себя, как о себе, там себе, раз себя, вы что хотите, чтобы себе нимб купить, там себе одеть, как бы, значит. Ну вот я понял, все, я святая, динь, все готово. Или там, о, нет, Боже, я самый грешный, там, я самый грешный, такой, все, там, вретище, пепел, там, слезы по лицу, как бы рвать волосы на себе. А зачем такое внимание к себе? Да забудьте вы себя. Вот это вот, я много раз об этом говорю, это когда носятся сами с собой, как курица с яйцом, и на исповеди говорят об этом. Вот больших грехов нет, да слава Богу, что нет. Ну, мелкие есть. Ну, мелкие, ну, есть, да, но ты же не в раю живешь. Там какие-то такие-то. Вот они вот эти носятся, понимаете? Вот не надо носиться с собой. Главный грех может быть, что вы вообще, вот, что мы, ну, вы, мы, да, я тоже, да, мы носимся с собой, как с писаной торбой, как с большой цацей. И все такое, а вот как вот я выгляжу там, вот как я там что-то там такое. Да ну слушайте, ну это несерьезно, это, да забывайте уже вы это. Вот это единственный мой вам совет. Как относиться к себе? Как к человеку, который родился, в конце концов, от согрешивших Адама и Евы, родился не в раю, а на бедной земле, которая сгорит, которому приготовлен небесный рай, город золотой, Иерусалим небесный, в котором много обителей, в котором всем места хватит. Которую еще нужно заслужить войти в этот небесный Иерусалим, потому что туда зайдут все чистые, воротами открытыми день и ночь, а снаружи останутся псы, прелюбодеи, колдуны и все любители, делатели неправды. Откровение почитайте. Значит, мелочи ушли, осталось только главное. Поэтому как относиться к себе? Хороший вопрос. Поменьше с собой носиться. А мне кажется, а я думаю, там, а мне не нравится, а мне нравится. Это, слушай, это буква «Я», она вас не утомила вообще всех? Это яканье такое. Кому вообще важно, что-то там, что там я подумаю? Там, а я вот, вот думаю вот так. Вот, а не кажется ли вам, что вообще до лампочки вообще, что вот это вот, а вот я, вот он говорит, там, она говорит, там, они говорят, а вот я там, твое я вообще, значит, это вообще последняя буква алфавита. Как бы уже, знаете, коня куют, а жаба ногу подставляет. Есть такая еще пословица красивая. А сейчас коня куют, слушайте. Какое там я? Меньше про себя думать. Чем можно помочь ситуации в России и в Украине простому невоенному человеку? Простой невоенный человек, украшенный христианской верой, должен ежедневно становиться лицом на восток или же перед святыми образами, зажигая свечу или лампаду, или без нее, неважно, и класть земные поклоны в количестве, там, по мере сил, там, молодой, может, и 30, и 50, и 100 положить, если будет... А там старенький, там один поклончик, а то и вообще не сможет. Вот, пусть читает псалтирьку, значит. Класть земные поклоны и говорить: «Перед тобой, Владыка Господи, кланяюсь, твою милость умоляю». Запоминайте. «Перед тобой, Владыка Господи, кланяюсь, твою милость умоляю. Пощади и помилуй мирных людей. Сохрани и помилуй всех, у кого груднички и малые дети на руках. Защити щитом твоей праведности солдат, выполняющих свое праведное дело по... защите нас от всемирного фашизма». Можете эти политические слова не называть. Просто защити наших бойцов, верни их домой живыми. Посрами дьявола, Господи, потому что дьявол крови хочет. Посрами дьявола, Господи, что дьявол хотел сделать тут у нас под боком, как бы тут под мышкой, базу с ядерными ракетами, как бы, чтобы мы вообще просыпались и засыпали в страхе. И у них эти планы не поменялись. Господи, имя Тебе мир. Даже вот простая молитва. Господи, имя Тебе мир. Даруй мир страждущему человечеству. Человечество страждет на самом деле, а не просто какой-то один регион человечества. Господи, имя Тебе мир. Даруй мир страждущему человечеству. И поклон земной. Господи, имя Тебе милость.
помилуй меня грешного, и поклон земной. Господи, имя Тебе милость, помилуй всех, кто кается в грехах своих, и поклон земной. Господи, имя Тебе свет, просвети наши души, помраченные всякими грехами, и поклон земной. И вот с краткими молитвами, перед образами или без, перед чистым небом, глядя на восток, или как хотите, земные поклоны и краткие молитвы, земные поклоны и краткие молитвы. А когда есть перерыв, когда вы там в метро, в автобусе, значит, там леденить еще, открываем Псалтирьку, открываем Исаию, открываем Притчи, открываем Матфея, Луку, Марка, Павла, и читаем по страничке, так жуем, жуем, читаем и жуем, читаем и запоминаем, думаем о чем, что хочет Господь, что хочет Господь, что сказал Господь, а мы не слышали, что подумал Господь, а мы не знаем, что повелел Господь, а мы не исполняем. Вот это то, что может сделать каждый верующий человек. Поверьте мне, это очень важно. Во всем остальном, братья и сестры, ставим многоточие, да хранит вас десница всемогущего Бога, и вас, и всех тех наших, которые сегодня с оружием в руках, и всех тех наших, которые переживают об этом, всех тех наших, которые ослепли и поступают опрометчиво. Да помилует Господь, да просветит, вразумит и укрепит. Позывной наш сегодня – Бог нам, прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших на зело. Сыпется антихристов в вавилонский мир. Понимаете? Лживый мир сверхнаживы и разврата и тотального обмана сыпется. Вот в чем смысл происходящего. Укрепи, Боже, Россию и народ ее. Аминь. До свидания.